Меняем главный тормозной цилиндр. Стоит очень глубоко. Нужно снять бачок гидроусилителя. Мы его уже открутили, чтобы не мешал. И я думаю, что у вас будет уже такое же. Берем, значит, что, ну, не откручивается. Все обрезаем, откусываем и перевальцовываем трубки заново. Это будет быстрее и качественней. Я буду резать полотном по металлу. И буду резать, не откручивая, чтобы было удобно. Отпилю, а потом развальцую. Все, вот отпилил, а потом выровняю и развальцую. Если не уверены, что вы запомните их, значит, пометить нужно. Либо бумажечками, наклеечками, изолентой, куда какая трубка идет. Иди сюда. Вот он. А, там все. Вот эти вот трубочки. Тоже плоховато снимать их. Ну, отверточкой. Вон они торчат. Вот их желательно тоже не путать. Так, будем вальцевать трубку. Здесь отрезали, но нужно ее подровнять, чтобы было ровненько. Ну, берем папу, маму оставляем в покое, а папу берем вот сюда, берем развальцовочник, у меня вот такой, собираем его. Так. Чтобы развальцевать грибок, берем вот такую вот насадку. И щечки нужны нам. Где тут, я уже сам не вижу. На 4,75 миллиметра. Вот сверху написано вот здесь. Все, ставим конусом. Так, здесь ровно, вот площадка. А вот так конус. Конусом ставим
носику. Вот так. Все, теперь идем к развальцовщику. Развальцовываем. Берем разверточку с набора и немножко ее развальцовываем. Крутим приблизительно до резиночки. Поджали и отпускаем. Вот получается. Вот такой грибок. Ровный, красивый. И делаем все четыре трубки аналогично. Я его засунул. Все, мы его засунули туда, там, где он должен быть. Я говорил это в начале видео. Все, сейчас будем прокачивать. И поедет она на всех четырех.